Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он ждучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду, там все есть для счастья, меня там только нет. Так это значит, что я там буду. Ори-ори-о, рокот прилива, шум прибоя южный размах. Ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Орио де Жанейро, Орио-Рио, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях. Сказать, с чего начал бы осмотр Рио-де-Жанейро Остап Бендер. Но то, что он обязательно поднялся бы на Корковаду, несомненно. Тем более, что железная дорога, ведущая наверх, во времена Остапа уже существовала. Она была построена швейцарцами в 1884 году. Да и сама статуя Кристо Редентор могла бы произвести на него впечатление. Создаваемая во Франции по эскизам Карлоса Освальда, 40-метровая статуя Христа Искупителя собиралась здесь, наверху, в течение 10 лет. И 12 октября 1931 года состоялись ее торжественное открытие и освящение. Христос, раскинувший руки на ширину 30 метров, хорошо виден почти из любой точки города. Горожане шутят по этому поводу. Когда Христос сведет руки вместе, все в Рио начнут работать. Год 1502. Январь. В залив входят португальские каравеллы под командованием Гаспара де Лемоса из отряда кораблей, отправившихся из Лиссабона в Индию. Место понравилось. Основанное именно на берегу поселения было названо Сан-Себастьян-де-Рио-де-Жанейро в честь короля Португалии Себастьяна I. А что касается второй половины, это имя появилось благодаря географической ошибке. Лемос поначалу решил, что залив является устьем реки Рио. Со временем устье так и не нашли, а название прижилось и осталось – Рио-де-Жанейро – Январская река. По прошествии веков город мало менялся. И только с 1808 года он стал стремительно расти, когда во времена завоевания Наполеоном Испании и угрозы Португалии в Рио-де-Жанейро нашел убежище король Португалии Мария I. Город становится столицей Объединенного Королевства Португалии, Бразилии и Альгарве. Менялись лидеры, государственные устройства и политические интересы. Но город оставался столицей вплоть до 1961 года, когда вновь построенный город Бразилия принял на себя это тяжкое бремя управления государством, оставив Рио-де-Жанейро возможность просто наслаждаться жизнью.
Здесь никогда не бывает катаклизмов, цунами, землетрясений и ураганов. На всей территории Бразилии нет ни одного действующего вулкана. Жители могут позволить себе быть реалистами, не питать сказочных иллюзий и жить настоящим здесь, сегодня и сейчас. Agora diz que não me quer, quer liberdade pra fazer o que quiser. O gente quem te deu axé, cadê a porra do juízo, perguntou José. Agora diz que não me amou, que não me sufocou e quer me deixar. Até pensei em me perder, mas penso em você e fico à espera. Você me disse que não vai preta. Até que ponto eu sou feliz se eu não tenho você até pra conversar? Você machuca coração, você me traz desilusão e ao mesmo tempo paz. E agora eu choro pra viver sem ter o seu amor, sem ter o seu querer. E pra cabeça respirar, eu fico na viagem de você voltar. Você me disse que não vai preta, preta, preta. Você me disse que não vai preta. Sou feliz, só não tenho você até pra conversar. Você machuca coração, você me traz desilusão e ao mesmo tempo paz. E agora eu choro pra viver sem ter o seu amor, sem ter o seu querer. Что сделало Рио-де-Жанейро наиболее известным? Его пляжи или карнавал? Так называемый самбодром, длиной 800 метров, мимо которого мы сейчас проезжаем, вмещает в себя 88 тысяч зрителей, перед которыми в течение двух дней, начиная с 9 часов вечера, проходят 12 самых лучших школ самбы из 300 существующих в Рио-де-Жанейро. 5000 человек, представляющих здесь каждую школу самбы, должны пройти перед трибуной в течение 82 минут. Доходы от карнавала в Рио-де-Жанейро каждый год составляют до 650 миллионов долларов. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Понятно. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города. Вот вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано о Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей. На берегу бухты Атлантического океана. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Вы представляете себе, Шура, не уступают. Мулаты, миллионеры. Бухта, экспорт кофе, Чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка». О чем говорить? Вы сами понимаете. 1,5 миллиона человек и все поголовно в белых штанах. А сегодняшний Рио-де-Жанейро занимает площадь 1180 квадратных километров. С населением в 13 миллионов жителей. А что касается великолепия магазинов, так это мы можем подтвердить. А цены в них так же высоки, как гора Корковадо, на которой стоит символ Рио-де-Жанейро – статуя Христа Спасителя. Музыка.
Авенида Република де Чили. Дом Бога. Катедрали Метрополитана, спроектированный профессором Университета Рио-де-Жанейро Эдгаром де Оливьером де Фонсека. Церковь строилась 12 лет и была освящена в 1976 году. Круглый внутренний зал высотой 96 метров способен вместить 20 тысяч страждущих обратиться к Богу. Главным украшением этой необычной по архитектуре церкви являются четыре витража высотой 64 метра и шириной почти 10 метров. Витражи символизируют четыре основных принципа церкви – единство, святость, католицизм и апостольство или преемственность веры. Витражи созданы архитектором Эдгаром де Фонсека, инженером Ньютоном Соттомайором и мастером Джоахимом Кореа. А теперь о кариоке. Тех, кем больше всего может гордиться Рио. Именно так называют его жителей. В переводе «кариока» – «белый дом». Так прозвали местные обитатели пришельцев из Европы, которые возводили себе белые дома. В Рио может поразить простота или даже бедность одежды. Но не думайте, что в городе живут одни бедняки. Дело в том, что кариоки не уделяют внимания одежде и внешнему виду. И если мы даже встретили бы там самого Пауло Коэльо или всемирно известного архитектора Оскара Немейера, то мы бы не отличили их от продавца или безработного. Рассказывают, что Немейер, мировая звезда архитектурного модерна, принимает в купальном костюме даже заказчиков из ООН. Никто не обращает внимания, как ты одет. Главное украшение – это спортивное загорелое тело. Oh,
banda vai tocar e o povo vai dançar. Bem devagar, bem devagar, bem devagar. E não vai querer parar, o povo vai dançar. Bem devagar, bem devagar. Vai tocar e o povo vai dançar. Bem devagar, devagar, bem devagar. E não vai querer parar, o povo vai dançar. Bem devagar, todo mundo. Bem devagar, devagar, bem devagar. E não vai querer parar. Dança pai, dança filha. O paquera da vizinha, o bochicho tá rolando. E o povo vai e vem, todo mundo se dá bem.
volta à avenida. Aquele swing pedido de novo, até pras janelas voltaram acenando. Não nego meu corpo ficar arrepiando, e aquela canção que marcou sua história vai voltar a rever. Vou cantar pra você. Quero ouvir. Olha quem tá chegando aí pra fazer chorar. Tá, 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 tá. Olha quem tá chegando aí, tá, 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 pra fazer chorar, sorrir. Oh! Tá chegando aí, é tanta emoção transbordando em mim. Ei, trufada boa, eu não vejo a hora de ter o juízo perdendo, o sangue fervendo, vale aqui em mim, em Deus. Esse ano só dá um ara. Olha quem tá, oh, coisa linda, pra fazer chorar, sorrir. É nosso. Tá chegando aí, é tanta emoção transbordando em mim. Olha quem tá chegando aí. E aí? Tá, 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 pra fazer chorar, sorrir. Еще одно творение рук швейцарских инженеров, построивших эту подвесную дорогу в 1912 году, поможет миллионам туристов полюбоваться на Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полета. Это гранитная скала Пау-де-Акокар, что означает на языке индейцев тупи «страж залива», поднялась над городом на высоту 395 метров. У горы, возвышающейся над заливом Гуанабара, в 1565 году было основано поселение португальцев, ставшее впоследствии городом Рио-де-Жанейро. Впервые на сахарную голову, так за необычную форму ее называют в народе, в 1817 году поднялась английская нянечка Генриетта Карлштайрс. Видно, дети ее так достали, что она смогла найти надежное убежище от них только на этой одиноко стоящей скале. Здесь, на второй по популярности достопримечательности Рио-де-Жанейро, в 1979 году снимался фильм «Лунный гонщик», где англичанин актер Роджер Мур, игравший еще одного англичанина Джеймса Бонда, боролся с врагом британской короны Джевом Железной Челюсти. И зачем это им надо было? Ведь отсюда открывается такой великолепный вид на Рио-де-Жанейро, что забываешь обо всем. Vai subir adrenalina na galera, aí vem chegando que a dança tá rolando. Movimento é 8794, que mais vai perder. Tá virando vitamina esse som batendo forte. Vai subir adrenalina na galera, aí vem chegando que a dança tá rolando. Movimento é 8794, que mais vai perder. Estique o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estique o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estique o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estique o braço e jogue o outro. Faça o movimento. Ele tá afim, ela quer dançar, ela quer curtir. Ele tá afim de namorar, ele tá afim. Ela quer dançar, ela quer curtir. Ele tá afim de namorar. Estique o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estique o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estique o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estique o braço e jogue o outro. Faça o movimento.
Много чего можно увидеть с крыши нашего отеля. Но, пожалуй, наиболее интересное и притягивающее – это Копакабана. Самый известный из бесчисленных пляжей Рио-де-Жанейро протяженностью почти 5 километров, Копакабана пользуется большой популярностью. Разве что Ипанима может составить ему конкуренцию, да и то в большей степени у любителей джаза. Нас, привыкших к виду пляжей в Сочи и Ялте, где отдыхающих, как котиков, на Северном море, несколько настораживает небольшое количество любителей поваляться на песке. И не без основания. Ведь при температуре около 36 градусов, отметим, в тени, и волнах до 2-3 метров, удовольствие загорать и плавать весьма сомнительно. Мы выдержали эту пытку огнем и водой только полчаса и ретировались в холод отеля, не дожидаясь, пока по нам пропоют медные трубы. А что касается видео и фотоаппаратуры, то она просто плавится. Так что снимать можно только из холодильника для пепси-колы. Кариоки – это нация, которой нет равных в мире. Это симбиоз местных племен, европейцев и африканцев. Португальцам не удалось сделать индейцев тупинамба рабами. В рудниках вольнолюбивые дети тропиков просто погибали. Тогда рабов начали привозить из Африки. В португальскую колонию были переселены 4 миллиона африканцев. Обитатели Рио с XVI века и до сих пор – это люди, которые свободное от труда время проводят на улицах или пляжах. Результат – вечно юная, легкомысленная, жизнелюбивая, беззаботная нация кариоков, для которых весь город – это их семья. И самая главная их черта – естественность чувств и поведения. По словам современного писателя Роя Кастро, именно в Рио родился новый рецепт счастья – поменьше одевать на себя и больше всего радоваться жизни. Мужчины-кариоки ни за что не оденут носков, а женщины – колготок. Ведь Бразилия – страна бикини. Кариоки в бикини чувствуют себя королями жизни всегда, потому что для счастья, уверены они, деньги не нужны. И город счастлив, потому что на его земле творится счастье. Вот такая философия кариоков. Batida colorida, só vai dar eu e você. Laia, laia, lá. Laia, laia, lá. Laia, laia, lá.
Карюки, как, собственно, и все бразильцы, весьма демократичные люди, которые не признают авторитета. Для них власть придержащие – никто. Мэров и других начальников высмеивают в песнях самбы и с радостью отдали этих одетых в костюмы и галстуки чиновников новой столице Бразилии. Это наиболее социально расслабленная страна в мире. Здесь, согласно социологическим опросам, больше счастливых людей, чем в США или в Европе. И если сравнить мексиканцев, перуанцев, аргентинцев, костариканцев с бразильцами, невзирая на общую колониальную судьбу, последние – самые зажигательные и наиболее жизнерадостные из всех латиносов. Феномен кариоков включает их чрезвычайную музыкальность. Только здесь могла родиться самба. Только они, неутомимые, энергичные и жизнерадостные, могут танцевать в бешеных ритмах без перерыва 4 карнавальных ночи. И только здесь, в Рио, можно услышать одновременно все ритмы эпохи 20 века. Фокстроты, буги-вуги, французский шансон, болеро, румбу, танго, португальская фада и даже фламенко и тарантеллы, смешанные с самбой. Все это вместе и называется Рио-де-Жанейро. Над городом, над его улицами и мостовыми стоит он, обнимающий мир. Он не знает хода времени. Он не ведает продолжительности своего стояния. Может, мимо него прошли годы, а может, он лишь забылся на пару часов. Порой он вспоминает прошедшее, а иногда он видит то, что кажется ему тенью грядущего. А время от времени ему являются образы, осколки, фрагменты чужих воспоминаний, переживаний и боли. Здесь, внизу, под ним, город, нуждающийся в нем, в его внимании, в его объятиях. И он любит этот город.